Док Браун в Москве. Он хотел бы сыграть в кино Дон Кихота, а в реальной жизни напоминает себе своего персонажа Судью Рока. Легендарный актер Кристофер Ллойд приехал в Москву на Comic-Con Russia. Пообщался с фанатами и, по мнению посетителей, затмил даже очаровательных косплейщиц. Пролетая над гнездом кукушки, город грехов, грань, кто поставил кролика Роджера, трасса 60, дрожь земли. Ллойд сыграл в десятках фильмов. Даже далекий от фантастики человек знает Дока Брауна из «Назад в будущее». Он работает! Работает! На Comic-Con Russia выяснилось, что актер еще и поет неплохо. Одного из фанатов он поздравил традиционной песней. Ллойд трижды получал престижную премию Эмми. Ни разу не становился лауреатом Оскара, но зато, как шутит сам актер, четырежды был женат. А это лучше всяких премий. Первый раз в России он побывал в далеком 1963 году. Сейчас, говорит, многое изменилось. Но благодарный российский зритель все тот же.